О, я еду! Я до сих пор еду, Темпест! Я еду! О, господи, вы посмотрите! Всем здорово, народ, с вами Фрид. Добро пожаловать в GTA 5. Со мной сегодня Темпест, и мы всем играем... Всем привет, ребят! Супер, 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 да. Темпест, эпическую ганку, боже мой! Да, чувак, прав. Погнали, собственно. Белая Зенторна так-то неплохо выглядит. А я тебе о чем говорил? Прям офигеть! Я тебе о чем говорил? Прям офигеть! Что это ты творишь? Что это было? Ты меня развернул, прям очень жестко. Я тебя жду. Да, не надо, я супер быстро, это меня... Ну давай, давай, догоняй. Все, пока, Темпос. Ах ты ж... Что за херня происходит? О, боже мой. Я уезжаю от тебя, надеюсь, у тебя больше не будет таких проблем с миром. Да, кстати, у нас в прошлый раз просто пропадал мир. Мы ехали, у нас мир пропадал. Я не знаю, с чем это связано, но надеюсь, этого больше не повторится. Нет. Какого хрена ты уехал дальше, чем я? Потому что я очень ловкий. Твою мать, опять мир пропадает, ну что? У тебя опять мир пропадает? А у меня не пропадает, чувак. Мир, вернись! Мир! Ты летел! Чувак, блин, это, конечно, крутая карта. Вот опять дыра в земле. Какого хрена? Объясни мне. У тебя там дыра, у меня просто ничего нет. Реально, я тебя вижу! Я знаю, что ты меня видишь. Господи. Я должен это сделать, я это сделаю. А это карта джампер, да? Я это не сделал. А я это сделал! Не спеши, да. Темпест. Не спеши. Хотя задача так-то гонки выиграть, а не как бы ждать, да, своего соперника. Ну а когда мы на километр... Куда ты уехал? Когда мы на километр друг от друга, то это как бы не очень круто на самом деле. А, ты оружие отключил, да? Я тебе не могу открывать. Обидно, Темпест. Обидно, да, есть такое, обидно. Господи, посмотрите на эти текстуры. Чувак, у меня текстуры, как в Сан-Андреас. Чувак, смотри! Господи! Вот знаешь, я сейчас так на кресло опрокинулся, как будто бы это реально там я в машине. Прям Oculus Rift. Да. Ни хрена себе, Темпест! А, я упал! Да это круче, чем в Трансформерах! О, я еду! Я до сих пор еду, Темпест! Я еду! О, господи, вы посмотрите! Ты едешь? Ладно, я от первого лица, а сейчас я от первого лица. Пивная реклама прям на трамплине. А как ты уехал до следующего чекпоинта уже? Ой, я не знаю, так получилось. Подожди меня! Нет! Темпест, я тебя вижу! Я упал. Я охреневаю с этих трав... Эй, ты чё подряд... Чё это вообще было? Ты телепортатор какой-то! Я случайно не хотел, серьезно. Я такого программирования не понимаю. У меня еще текстурки не прокрушаются. Это хакерство, чувак. Ты где-то там едешь, я тебя жду, давай. Упс. А, ты прилетел? Да, о, да, красава, сейчас я к тебе. Нифига там разогнался, слышишь? Нет. О. Трюки GTA 5. Я тебя перелетел. Черт, да я пока объяснял, что это трюки, ты меня перелетел. Стоять. Остановите машину, как говорится, полиция Лос-Анджелеса хочет вас остановить. Да ты победил. Сукин сын, как это понимать-то? Посмотрите на этого парня. Эх, господи, ты можешь запустить эту хатку? Вот это не хатку, игрок, а катку. Присоединяйся к игре, пожалуйста, подождите. Я не могу запустить эту игру без тебя. Да как же так? Поехали. Здравствуй, что-то ты там стоишь. Здравствуй, собственно, я беру зеленый байк, раскраска Санчес. Зеленый раскраска, не знаю, но это я, поехали. Подтвердить. Черный байк, это очень стильно и молодежно, как говорят в народе. Я решил взять черный байк. Смотри, я давай, моя ставка 10 тысяч долларов. Моя ставка 0 долларов. Мне кажется, моя ставка перебьет. К игре. Если я выиграю, ты мне даешь 0 долларов. Если я проиграю, я тебе даю 10 тысяч долларов. В принципе, да, именно так. На самом деле, ребят, нам просто надоело кататься на машинах, и мы решили покататься на байках, и, по-моему, это даже круто. Это спортбайки. Эй, ты чё такой фастер? А у меня, кажется, Санчес. Эй, Санчес. Мучача сделал, да. По-моему, я вдолбился в стену. О, господи, Темпест, здесь очень крутая карта. Я вижу, офигеть, ты подлетел, чувак. Это просто... Это было не круто. Поехали. Ты видел, как я сдох? Трюки GTA 5! Чувак, у меня мотоцикл просто застревает на трамплине. Ты понимаешь, что я залетел туда, но я умер об крышу. Смотри на меня, смотри. Блядь.
Ясно. О! Я сейчас сделал такое. Стой, жди меня на крыше, я сейчас. Я умер! Об крышу! Да, опять. О, слышь, я на крыше! Не спеши, там просто. Я умер об крыше, я тебя понял теперь. Я понял твою проблему. Так, нужно теперь как-то перелететь через крышу. Я тебя жду у чекпоинта жду. Господи, а это... Не, тогда не надо было забираться. Нам не туда, чувак. А я думал, надо сделать очень крутой трюк. Ясно, я врезался в стену и сдох. Ну ты молодой, неопытный, как говорится, в стены врезаешься. Надо контролировать себя, ребят, чтобы стены не врезаться. О, господи, что-то взрывается! Ты что, меня подорвать хотел? Ты пошел ты! Ты че, охренел что ли? Да пошел ты! Ой. Ой. Что это было, чувак? Я не сообразил. У меня темный экран. А, о, все, привет. Привет, я уезжаю от тебя далеко. И надолго. О, сука! Сука, иди сюда, сука, мать твою, ясно, сука. Ясно, мой трамплин настолько суровый, фак! В буквальном смысле я показывал фак. А у тебя мотоцикл неправильный, понимаешь? У меня мотоцикл неправильный. Если бы я знал, что надо было брать правильный мотоцикл, я бы брал правильный мотоцикл, но я не знал. А я тебе говорил, надо было брать правильный мотоцикл, но ты взял неправильный мотоцикл, надо было брать правильный мотоцикл. Мне не говорил, что правильный мотоцикл надо было брать. Ты мне сказал, надо было брать неправильный. Я умер об стену, пока мы решили, что надо брать правильный мотоцикл. Нам нужно туда запрыгнуть, понимаешь? Надо собрать все силы в кулак, собраться и бац, 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 и запрыгнуть. Есть, да. Тесто. А как ты это сделал? Смотри, ты делаешь там еще этот трюк, а я приехал к тебе. А твою мать! Какого черта? Я вообще приохренел. О нет, сраный поезд, дай проехать. Я умер от стену, но это было красиво. Смотри. Ну, да, я хотел на крыше. Ну че ты херня? Ты видел, что только что было? Что было только что? Видел? У меня в стене от меня дырка осталась. Вот что я видел. Да, блядь. Все, это финальный шажок! Да! Ты смог? Да. Yeah. Привет, Темпест! Привет! А за мной мешочки, смотри! Охренеть, а как ты их сыпешь, чувак? Я не знаю, они сами. Я тоже хочу. Не спеши. А где ты говорил крутой трамплин-то? Я сказал, что он возможно. На мне туалет, Темпест! Я в туалете! Темпест, ты тоже в туалете! О, я тоже в туалете! Темпест, мы в туалете! Какого черта? What the fuck? Это самая эпическая гонка всех времен и столетий. Как ты поставил туалет на меня? Это не я. О, боже мой, просто. Я на такое не способен. О, боже, подожди, тут крутой трамплин. Подожди секундочку. I'm with you, yes. Еще немножко подожди. Окей, no problem. Еще чуточку. Окей, без проблем, я тебя жду. Я в туалете. Я тебя понял. Еще немножко. Я в туалете. И все, поехали, ребята! Настал этот час, минута, секунда, бель. Я иду на разгон, там пусто. Давай. Вот это охренеть я сделал и убил себя туалетом. Ясно. Не, я как бы это сделал, но не так, как надо. По-моему, на меня прохожие матерятся, типа, боже, да посмотрите, он не может просто карту пройти. А я такие, заново, бич. О, вот это трюкач, я лихач, убился об стену. Ты смог? Да нет. Я сосредоточился на этой точке, разогнался и лечу, Темпест. Давай, о, есть. Yes, погнали. Да твою мать, ты меня опять убил в туалетом. Каким образом ты слетел с мотоцикла? Туалетом своим. Все, погнали. О, чувак, я ровно в туалете. В этот раз я тебе не проиграю. Все, Весели, ты куда уехал-то, алло? Пока, увидимся. То есть ты хочешь сказать то, что тебе так можно взять и уехать от меня? Я разогнался. Ой, я вижу на карте, ты близко. Я очень близко, ты даже не представляешь, да, Сгольга? Я представляю, какие у меня текстуры, боже. Прогружайтесь. Откуда? У меня текстуры как Сан Андреас. Я могу победить! Надо собраться! В смысле? Ой, гони, моя лошадка. Да, Темпест сейчас проиграет! Мне на крышу надо заехать.
Темпа сейчас проиграет! Я заеду на эту крышу. Надеюсь, ты до нее заедешь, потому что должен до нее заехать я. Ясно. Ой-ой-ой-ой-ой! What the hell? Я очень далеко от финиша. Очень далеко. А нет, я не очень далеко. Там не очень далеко, но там на крышу надо заезжать. Вручную. Там нету трамплинов. Я тебя понимаю. Понимаешь? Ну вот. В смысле, там есть трамплин? Ты сейчас заберешь. Нет! Нет! Я должен что? Быть первым! И это победа, ребята! Черт, какого черта! Да-да-да-да-да-да-да-да! Какого черта ты финишировал первей, бедя? О, смотри, я вижу реплей, как ты падаешь. Вы финишировали первой. Сейчас будет, смотри, моя фирменная будет сейчас, смотри. Ты понимаешь, я не финишировал, написано. Какого черта? А? Ты просто аутсайдер какой-то по этой что игре. Что охренел? Смотри. Победа? Смотри. То есть ты хочешь сказать, что это круто? Смотри, это очень круто. Сейчас будет. Подожди, смотри. Сейчас. Еще немножко. Подождите, ребята. В смысле? У меня уже все прошло. Я же этого ждал. Ладно, начинаем новое дело. Ну все, ребят, на этом все. Надеюсь, вам понравилась эта эпическая гонка в GTA 5. Со мной сегодня был Темпос. Обязательно подпишитесь на его канал, ссылка будет в описании. Поставьте этому видео лайк. Обязательно напишите свой комментарий снизу. Не забывайте заходить ко мне в ВКонтакте, Твиттер и Инстаграм. Все, с вами был Фрид. Всем удачи. Всем пока.